Привет, друзья! Опубликованы кадры учений российских понтонно-переправочных подразделений и создания переправы через реку с помощью понтонно-мостового парка ПП-2005. Понтонный парк ПП-2005 предназначен для устройства и содержания мостовых и паромных переправ. Российский понтонный парк ПП-91М принят на вооружение в 2008 году и использует шасси автомобиля КАМАЗ-63501. В 2013 году был принят на вооружение понтонный парк ПП-2005М. В СССР было 4 производителя понтонных машин типа ПМП, считающихся лучшими в мире. Но сейчас в России работает только одна компания – Окская судоверь. В комплект понтонного парка ПП-91М входят 32 речных звена, 8 моторных звеньев М3-330 и 4 буксирно-моторных катера БМК-225. Понтонный парк ПП-205 позволяет создавать мостовую переправу грузоподъемностью до 120 тонн и паромную переправу грузоподъемностью до 190 тонн. Максимальная длина моста из комплекта парка до 284 метров. Время создания до 40 минут. Все элементы понтонного парка транспортируются на 42 автомобилях КАМАЗ-63501 и УРАЛ-53-236. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.